Утешитель души истины и жизни весы, и все исполняя сокровище благих и жизни подателю, приди вселися в мы и очистены от всякие смерти, и спаси блаже души наша. Ну, с Богом, с Божьей помощью, с Божьим благословением, с кладем вот. Рады приветствовать вас в эти осенние покровские дни. В эти дни Православная Церковь устанавливает сугубое почитание Пресвятой Богородице. Поздравительное слово предоставляется атаману станицы Благовещенской Цодикову Сергею Михайловичу. Кто живете, господа казаки, сестры казачки? Благодеть всемирно жди, благо поспеши, подаешь, Господи, благодать станицы и старни наивно, сохрани на многие благое лето. Многое лето, многое лето, возрастали, потихонечку ширились с Божьей помощью ваши молитвы. Люба. Богородица, Матерь Света, любви и добра, ты надежда моя, Богородица, и чудесных прозрений пора. Богородица, как люблю тебя всею душою, ты звезда моя, ты заря моя, ты луч света жизни земной. Пред иконою, пред лампадою, низко в пояс тебе поклонюсь, пред владычицей и отрадою, со слезами опять помолюсь. Ты прости меня, ты спаси меня, мой нелегкий час неземной, от врагов моих защити меня, огради нерушимой стеной. Среди множества праздников, отмечаемых христианами, особое место принадлежит праздникам Православной Церкви. Но они наполнены глубоким смыслом. С ними связана личная судьба каждого. Особое место в осенний период занимает праздник Покров Пресвятой Богородицы. И это не просто, неспроста. Ведь каждая мать стремится укрыть своего ребенка от всяких бед и невзгод своей любовью и заботой. А Пресвятая Богородица, она своим покровом укрывает весь мир. Начало празднику Покров положило произошедшее событие в X веке, во время всеночного бдения во Влахирском храме в Константинополе. Блаженному Андрею и его ученику Епифанию явилось чудо, которое их поразило. В небесах над людьми они увидели Божию Матерь в окружении апостолов, пророков и ангелов. Богородица сняла с себя блестящий амофор, то есть широкое покров, и простерла его над молящимся, и вознесла молитву ко Господу о спасении мира, об избавлении людей от бед и страданий. Во храме Богородицу узрел ночи святой Андрей, как амофором причастнил, она покрыла всех людей, и ныне всех молящихся, входящих в храм Христов, спасает Матерь Божия святым покровом от врагов. Во храме Матерь Божия явила первый свой покров, во храме и теперь она являет нам свою любовь. Утешьтесь, все скорбящие, обидимые от врагов, все день прострет владычица над нами свой покров. За милосердный твой покров, за помощь и твою любовь, тебя мы, Богородице, прославим все, во век веков.
Праздник Покров стал на Руси одним из самых любимых. В честь него строились храмы, писались иконы. Установил празднование Покров на Руси князь Андрей Боголюбский. Белый пушистый снег на землю ложится вновь. В нем чистота и свет, в нем матери любовь. Как малое дитя прячется от страшных снов, так и сама земля спряталась под покров. Покров Богородицы нежный и ласковый. Матушка милая, сердце так ждет тепла. Необходимо мне, чтоб рядом ты была, чтоб слышать голос твой, сердце касаться рук, радоваться с тобой и все любить вокруг. Покров Богородицы нежный и ласковый укрыла земля моя белыми красками. Покров Богородицы нежный и ласковый укрыла земля моя белыми красками. Ты нежен свой покров на сердце мне положи, и на пути мокров сердце моей души, и на пути крестом свой обрести покров, чтобы отыскать мой крест, твоя помогла любовь. Покров Богородицы нежный и ласковый простирает свой молитвенный покров над нами. Она всегда умоляет Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа, об избавлении нас от всех бед и напастей и о даровании нам вечного спасения. Покров Божьей Матери – это любовь, любовь к нам. Та любовь, которая укрепляет нас в бедах и несчастьях, осушает наши слезы. Сколько раз Божья Матерь своим покровом спасала нашу родную страну. Когда казалось, что страна гибнет, но через свои чудотворные иконы проявляла особую заботу о нас и помогала освободить нашу Родину от завоевателей. Наш край тоже богат разными чудотворными образами. Среди них есть особо почитаемые казаками образы Пресвятой Богородицы – Донская. Урюпинская. Августовская. Сегодня в музыкально-литературном вечере под покровом Божьей Матери примут участие творческие люди столицы Благовещенской, прихожане храма Святого Праведного Иоанна Кронштадтского и приглашенные гости. Начнем же сегодня нашу встречу с воспоминаний о прихожанах нашего храма, казаках Благовещенской станицы, ушедших в мир иной. И об этих людях расскажет уважаемая казачка вахмистр Круглова Галина Александровна. Я подойду уже к своей выставочке с тем, чтобы это могла сразу что-то и показать. Начну я свой рассказ, конечно же, с человека, с которого началось возрождение казачества здесь, у нас, в Краснооктябрьском районе. Господи, да, это же было. И я
рассказываю об этих людях не понаслышке, я просто знакома с ними со всеми. С Геннадием Никитичем я работала в другом институте вместе много лет. И знаю его как человека трудолюбивого, человека творческого, обязательного человека. Геннадий – настоящий казак. Он казак Кумылжинского района, хутора Переваловский, которого теперь уже нет и в природе. Но память и о казаках Переваловского, и о Геннадии, конечно же, останется на долгие годы. Геннадий очень много уделял внимания воспитанию молодежи. Он проводил беседы о казачестве, о возрождении казачества, постоянно говорил. Принимал участие в закладке и в строительстве храма Иоанна Кронштадтского, святого праведного Иоанна Кронштадтского. Принимал участие в закладке храма всех святых на Мамаевом кургане. Участвовал в параде Всевеликого войска Донского в городе Ростов-на-Дону. Но как поэт он известен тем, что слово о полку Игореве он считал, что прочтено неверно, вот события тех лет прочтены неверно авторами и редакторами. И он сделал свое прочтение слова о полку Игореве, назвал это произведение «Нежатина Нива». Ну, это стоит почитать. И если у кого-то появится желание познакомиться с этим произведением, подойдите в библиотеку номер 19, детская библиотека на Еременко 54. И Лада, дочь Геннадия Никитича, она оставила несколько книг с тем, чтобы я имела возможность их раздарить. Просто сегодня я не смогла их принести сюда. А кто подойдет ко мне, я с удовольствием поделюсь. И, конечно же, там эти книжки. И еще я хотела сказать, что Геннадий Никитович, он был замечательным поэтом, у него было еще очень много стихов. И от полноты чувств он признавался, что ему хотелось петь, постоянно петь. И вот нам на память остались его стихи, а отошел Господу Геннадий Раб Божий 10 ноября 1993 года. Так что вот в ноябре уже можно будет почтить его память, те, кто будет помнить это. И мне очень нравится вот его такое стихотворение. Оно небольшое. В теплом инее полыни тонет светлая дорога. От весенней ясной стыни голова болит немного. Сокол бьется над полями плавным маревом громилой. Рано душу я пораним красотой земли родимой. И поныне много лет я ею маюсь, и иней солнечной полыни словом выразить пытаюсь. А оно, как эта птица, что все выше над равниной, все сильней душа томится красотой земли родимой. Замечательно. Третьим атаманом в нашей станице был Виталий Васильевич Дудаков. У меня есть его такая вот фотография, и здесь она тоже, мы ее представили. Казак, атаман, поэт, прожил тоже недолго. В 2005 году, 14 июня, Виталия Васильевича не стало. Так случилось, что у меня нигде не сохранились его стихи. Он печатался в газете «Казачий круг», и были, вот, пусть простит меня Господь Бог, и вы простите, не знаю, куда делись, но Татьяна Геннадьевна Жерельева, она нашла стихотворение небольшое, несколько строк именно его, Виталия Дудакова, и еще на его память, ты писала стихи, да? Татьяна писала стихи, вот теперь слово Татьяне. Скрылась, милая, верный конь, храпит и стонет, под конем земля дрожит. Казак честью не играет, честь как родину блюдит и станицу вспоминает. Только он, покой ее он, так, вот уже запутался. Честь как родину
блюдет и станицу вспоминает, покой ее он стережет. Пики блещут, пыль клубится, казаки в лихом бою за родимую станицу и за Любушку свою. Каждый из нас отпущен чьей-то властной рукой. Зная это, мы спешим жить, любить, творить, надеясь что-то важное свершить в этой вечности, примерить. Это редко удается след оставить на века. Да, среди нас он жил, трудился, а теперь нет казака. Ах, куда мы тратим силы. И зачем? Какой в детском саду 96? Вот здесь на уголочке. Знаете детский садик, да? Где через занятия только руки создаются в нашей станице хутора Соломатинский, Покровский. Также и при нем был хозяйственником. При нем была организована продуктовая лавка, в которой казаки стали проводиться казачьи праздники в районе. Это было все в бытность атаманом Виталия Дудакова. Вечная ему память. С творчеством которого я вас хотела бы немножечко познакомить. Это и творчество Артура Корнеева занимает достойное место в истории волгоградской. Писал и издавал замечательные сборники стихов. Это вот такие сборники, как «Характер», «Русло», «Честь понедельнику». Это столько у него сборников, я называю только сборниками. А 4 марта его не стало. Уже выпущенную книжку он не видел. Он видел только... О Корнееве можно еще сказать, что человек очень целеустремленный. Умер он всего не дожив нескольких дней до 70-летия. В этом году, в марте месяце, очень широко в Волгограде отмечалось его 80-летие. В Союзе писателей приглашались, приглашены были люди, которые знали его творчество, которые интересовались его творчеством, кто знал его, друзья. Меня тоже приглашали на это мероприятие. Почему? Потому что единственная библиотека в Волгограде, это детская библиотека номер 19, что находится вот на Еременко 54, где ежегодно март месяц объявляется месяцем Корнеева. И выставляется на самом видном месте выставка его стихов. И все, кто приходит, имеют возможность с ними познакомиться. Я судьбу свою думал прочесть. Голубой написал акварелью слово самое главное – честь. В нем слились удивительно разное, осветив мой мальчишеский мир, и рука у околыша красного, и скрещение древних рапир. Вот такие слова из его стихов я взяла как эпиграф и используем в работе. Мне остается сказать еще несколько слов о таком человеке, казаке, который жил здесь вот у нас, в нашем районе, наш прихожанин, пойманный Виктор Михайлович. О нем можно сказать очень коротко. Поэт, казак, солдат. Но сразу станет ясно, что это за человек. Человек слова и дела. Работал в милиции. Он прожил всего 54 года, но сделал немало и в нашей станице тоже. У Виктора осталось одно несделанное им дело. Он мечтал насадить вокруг нашего храма парк и, как в Новочеркасске, чтобы от храма лучами расходились дорожки. Это была его заветная мечта. Он встречался с архитекторами города и за свои средства подготовил проект, но ему не дали сделать задуманного. Ну, сами понимаете, бензоколонки, магазины – это живые деньги, а парк с лучами, которые расходятся от храма, это было не нужно руководству района прежде всего. Я собрала стихи Виктора Пойманова, подготовила книгу, издала ее сам издатом, просто на компьютере, попросила парнишек, которые мне помогли. Я сделала вот такую выставку, которую назвала «Я казак был, есть и буду». Издано было всего, вот портрет Виктора Поймана, и здесь он тоже. Сделала я 20 экземпляров, и вот сейчас эта книга у нас на абонементе, и еще один экземпляр у меня остался. Остальные все книжки я просто раздарила неравнодушным казакам, интересным людям и мальчишкам, которые казачата приходили к нам. Я дарила эти стихи, чтобы они могли их читать и знакомиться с его творчеством.
о стихах Виктора я хочу, чтобы вы посудили сами. Я выбрала стихотворение сам. Табун горячих скакунов во сне я обнимать готов. И бьется сердце, ломит грудь. Увижу я когда-нибудь буланы, белых и гнедых, сумею ли посидеть на них. Мне дед сказал, то крови зов, запомни заповедь отцов. Нельзя жить в мире просто так, ты по рождению казак. Расти, служи на страх врагам, но слабого не трогай сам. И помни, что на свете есть казачья воля, долг и честь. Ежегодно вот оформляются выставки. Март месяц – это Корнеевский месяц, октябрь месяц – это месяц Виктора Пойманова, потому что 5 октября он родился, и в конце месяца его не стало. Июль месяц – Виталия Тудакова, и ноябрь месяц – Геннадия Медведева. Это выставляется его портрет и какие-то книжечки, которые у нас есть. Милости просим, приходите к нам в нашу казачью детскую библиотеку, и казаки, и прихожане. Материал дадим, чаем напоим. И вместе с вами вспомним наших братьев-казаков и помянем их. Еременко, 54. На нашем приходе в Благовещенской станице и в настоящий момент есть люди, которые, творческие люди, которые пишут стихи, сочиняют песни. И вот один из таких людей – Белоусов Николай Иванович. Просим вас выйти, рассказать о себе, о своем творчестве. Я всегда чувствовал проявление его. Вот когда человек идет в светлую дорогу, его ведут. Если он пытается сойти с креста, его бьют две силы – и светлая, и темная. А это очень страшно, поверьте мне. Поэтому, если тебе дано, как в Писании сказано, кому много дано, с того много спросит. Для него нет разницы. Вот. Единственный мой дядька, мамин брат, погиб в 45-м, 14 августа на первый спас. Погиб на Дальнем Востоке. Был учителем сельским, отказался от брони в 43-м, ушел в 45-м убили. Вот. Поэтому отец не ушел. Фронтовик очень рано из жизни, 55 лет, вот, поэтому в этой жизни положиться мне было не на кого, кроме как на самого себя. Вот, шишки набивал, вот, но шел путем, я говорю, всегда вел меня Господь, потому что, ну, когда вот мама еще была живая, она отца пережила на 26 лет, вот. Значит, в жизни в этой, то, чего я достиг, я обязан трем людям, дорогим для меня. Это отцу, который привил во мне романтику, пробудил вот эти романтические чувства. Я читал про Эвена, про Робин Гуда и прочее. Мама привила мне песенность, напевность, учила вот это вот традициям казачьим. И рассказал о родословной, то есть по линии матери, я, например, знаю, кто допрашивает. То есть я нахожусь на шестом колене, значит, сын мой седьмое колено, вот, и так далее. То есть, ну, нормально все. Вот, и третий человек, это моя первая учительница, Пелагея Романовна Ромашкина, вот. Был тайно влюблен в нее, но она казачка такая статная была, ушла тоже очень рано из жизни. Вот я говорю, мы всю жизнь клянемся и клянем. Я в своей жизни трижды давал клятву, это когда вступал в пионеры, с гордостью носил, да, красный галстук, фотография есть. Второй раз, когда служил в армии, значит, давал присягу на верность уже родине, на площади, в Баку, на площади 26 бакинских комиссаров. И третий, значит, когда маме я пообещал, что я буду хранить память о своем роде, поскольку так уж получается, что я последний молебщик в своем роде. Вот, поэтому, ну,
Я храню пока традиции 4 раза в год, хотя прошло очень много времени, и мне говорят, ты можешь уже не поминать. Да нет, я ничего от меня не убудет, и 4 раза в год я прихожу и заказываю молитвы. Вот, значит, вчера было 15 число, это был день моего рода. В этот день, 15 октября 1948 года, в одночасье венчались мои родители, крестили меня. Так что у меня песня есть на это. Вот. Еще что скажу. Ну, значит, закончил Уральское культпросветучилище. Успешно шла у меня карьера в сельской местности, поскольку я был послан совхозом, стипендиатом, и, то есть совхоз меня учил. Вот. Поднял культуру там, значит, когда уезжал, неожиданно решил поломать свою карьеру, которая успешно шла в гору, вот, и уехали в город. Ну, видно, так надо было по судьбе. Я не жалею, что я там, хотя начальник отдела культуры не хотел мне подписывать заявление, обещал золотые горы. Ну ничего, приехал сюда, поступил на бригады, на завод. Прошел путь от подручного токаря до слесаря 5-го разряда. Вот. После, значит, в 86-м году женился, в 87-м году у меня родился сын, то есть мой наследник. Значит, с 88-го года был приглашен в ОХО, это военизированная охрана, вот, нашей почтовой организации, управления Федеральной почтовой связи. Значит, стоял в 90-м году, охранял главпочтамт уже. Вот, в 90-м году получил тогда же звание отличник несения службы охраны. Вот, в 91-м году маленький эпизод такой, когда вот раньше, знаете, гонение было после путча, и спрашивали, а где ты был 19-го? Так вот, 19 августа 91-го года я стоял на Качинской, охранял Качинскую радиостанцию, вот, там было всего 3 человека, руководитель и 2 женщины. Я никогда не забуду тот случай, когда вот там была девушка Марина, которая вот принесла, вот так арбуз несет, у нее глазища вот такие, вышли из этого подноса, вопросительные, вот, что, никто не знает, меня сменили очень поздно, в тот раз, проходили бронетранспортеры с нового поселка в Гумбар-аэропорт, вот, а я фиксировал все в этом журнале, завтра ворота, и у меня всего лишь, нас было и карабин, вот. Чем я мог защитить женщин. Значит, собираюсь сделать творческий вечер. Это 25 лет моего творческого труда. Вот, за это время было написано немало песен, то есть все в трудах, в заботах. Значит, много стихов. Они печатались в разные годы в газете «Казачий труд». Ну, я прочитаю. Значит, поэму, одно стихотворение и спою романс «Малевин». Еще хочу сказать, что с этими двумя товарищами, казаками, с Корнеевым и с Пойманом, я дружил. Вот, хорошо их помню. Ну, слава Богу, Царствие Небесное. Поэма «Русведическая». Вот Галина Александровна когда сказала видение, да, это его видение, для него было написано сколько, о полку Ирви, вот, написал еще перед смертью, у меня есть подаренная книга, Борис Бельт, написал тоже о слове о полку Ирви, я прочитаю свой вариант, посвященный Геннадию Дмитриевичу, дочери его Ваве, когда я подарил, у вас, по-моему, тоже. Зрилось мне, что Русь восстала из медицинских блин. Через магию кристалла вижу в поле, по нем едим.
От края и до края всюду вижу и дивлюсь. На земле орда золотая, в центре Киевская Русь. Вольно по полю резвятся с табунами сорванцы, а судьба уже заплетает им терновые венцы. В зарю сбираются дружины, а над полем трубный глаз вызывает исполинов биться насмерть смертный час. Пред полками восседает благородный Игорь князь. Славную речь он зачинает, прежде Богу помолясь. Ныне двинемся походом половец сей края. Непокорна нам от роду эта дикая земля. Там, за доном в диком поле, встреч ордан Полурчаков. Встреча ордан Полурчаков зазвенят, как сталь подковы, славных коней Дончаков. Матери Русь, пойми рожала ты в веках богатырей. Не скрижаль, не чекан ли на скрижалях мудрых славных сыновей, и не медиво ли меже ропен слышен тут и там. Вот топе речим врежем по бусалам и сослав. Славы дедовской умытой, гордый князь кидает клич. Дайте мне глоток амриты, чтоб бессмертие постичь. Только уж не мощь асуров подпирает небеса. Стрелы спрятали амуры, честь ложится на веса. В лету калнули атланты и болеют не вида. Оскудела Русь талантом, обеднела духом рать. Вот рубились и со свистом сталь латные клинки, и речной лазой поникли легендарные полки. Понад степью вещи ворон пляска смертную кружит. Слава тем, кто похоронен, в вековых холмах лежит. Слава тем, кого помянут, тризну чаркую вина, а молодые вдовы глянут, чуму горькая вина. Говорят, что не забыто, и никто не позабыт. На грудях земли изрыты, прах солдата не лежит. Так откуда захоронки воды вешние в очах? Мать возложенной соленки сорняку ведет в ночах. И в ковыльные распадки вдаль бредет, в какой уж год. На небесах кричат казаки, на землице крестный ход. Пожалуйста. Любимая Галина Александровна стихотворение «Тёртый сравнивает дёрну». Наши юности похмелья. Ну, казачка, топни ножкой, бровью стрелка поведи, руговек посыпь горошком, чинно павы походи. Забирает гармониста, коновку гнёт, орлом глядит. И пустились гармониста, пляс на девичьей груди. Искромётные частушки, искрометные драгушки выбивают каблучки, губы тешутся частушкой. Девок визг, ой, мамочки! От родимого колечка ноет уж судьбы кусок. От кого ты ждешь колечко, затуманивай чей взор? С кем, казачка, удавая, примешь таинство лица? И кому весной подаришь казачонка с сорванца? Девки млеют, парни стонут, разрывается гормон. Кому сладко и слон, вот яблоками он. Притулился у порога старый, потому танцор. Жар порой подводит ноги, но в очах горит задор. Поболоже я подвадил, кандибодер завернул. Конник был, да вот не кстати, поменял коня на стул. Сыт, казачка, буйным хмелем наша юность хороша. Веселись, покуда можно, пляж шит, русская душа. Наконец, значит, роман с молитвой. Я когда-то, мы дружим, значит, давно с профессором в Волгоградском институте культуры Борисом Ивановичем Борисенко. У нас написано ряд песен. В прошлом году он выставил нашу совместную песню «Высота 102» на международный конкурс.
и она получила гран-при. Вот, приятно, конечно, было в том же году Татьяна Михайловна Батурина сюда гран-при вызывает, получила мне красный диплом 15-го международного фестиваля православной журналистики. Это уже у меня второй. Вот. А до этого, в 2007 году и в 2010 году, я выиграл два областных конкурса. Вот. Судьба моя казачья. Значит так, и когда-то я приехал, да, сейчас расскажу по-быстрому, Борис Иванович, а он был не в духу. Ну, бывает у него такое. И вот он прочитал у меня каждый строчек, там, зачем, он... Ты что это мне привез? Что тут зачем? Детский сад, что ли? Вот, попили мы с ним чай, утекся, я уехал. А через некоторое время, бывает сегодня, я тогда понял, что это мое, и не надо ни с кем. Илья, если тебе дарует, значит, и так, на ваше. Птица моя, душу, зачем гуляет вся родня? Справляя тризну малодушную, зачем ты рано так цветешь? Цветок лазуревый рассветный, а на закате ведь замрешь, сложишь лепестки столетия. Зачем тревожно жжет мой конь, тараня землю копытами, пока в душе горит огонь, надежда с верой всегда с нами. Зачем ты, шашечка моя, на ворожью судьбу востришься? Неужто над ковром паря повидай не оборотишься? Зачем ты, грешная моя, в недобрый час плела с разлукой, а нежный образ собрания зачем тезаемыми мукой? Зачем, друзья мои, бою, сложили головы лихие, один теперь за всех стою, растянув руки, вот это сие. Еще есть у нас такая наша станичница Смирнова Таисия Владимировна, рожденная Грузинова. Казачка, родилась 20 ноября 1929 года в хуторе Верхний Дударев Ростовской области Вешенского района. В юности жила и работала на севере, а с 1960 года живет в городе Волгограде. На пенсию вышла она с завода «Красный Октябрь», труженица тыла. Имеет правительственные награды. И более 30 лет пела в ансамблях «Казачка», «Казачий круг» при ДК имени Гагарина. Песни, написанные Таисией Владимировной, в репертуаре многих казачьих ансамблей. Но, к сожалению, по состоянию здоровья она сегодня не смогла здесь присутствовать. Ее творчество представит там Галина Александровна. Таисия Владимировна останется вообще легендарный человек. Это чудо-человек. Ей 86 лет. Вы вот не поверите, она бы сейчас и в пляс пустилась. Это честное слово. Хотя давление за 200. Ну, вот ей, у нее много стихов. Я не знаю, что бы она вам сейчас здесь спела или прочитала. Я прочту то, что мне показалось наиболее близким для меня лично. «Да чего же ковыльные степи хороши на сторонке родной? И подснежник, как сердце девичье, расцветает там ранней весной. Пусть все беды пройдут стороною, время пусть незаметно бежит. Ты представь, что сегодня с тобою с Дона ветер степной говорит. Говорит о степях наших вольных, о тропинках, что вьются вдали, и о песнях казачьих, раздольных
им тихонечко сердце таит. Я сторонки родной не забуду, и в каком я не буду краю, все равно сюда снова приеду посмотреть на сторонку свою. Вот такие замечательные. И нынешний не может быть. Но вы знаете, вот мне нравятся два его ее произведения. Вот мы говорили об Илинах, которые писал Медведев, да? И вот у нее, послушайте, ну прямо вот былина и только. «Ой, ты, Дон, река, Дон наш батюшка, широко ты, Дон, разливаешься, по твоим плечам волны катятся, голубой травой они стелются, на твоих брегах войско храброе, путь далек идти собирается, войско храброе казаков донских. Ты скажи нам, Дон, слово мудрое, слово воинам и сынам твоим, завтра утром нам в бой идти с врагом, утром раненько по степям донским. Ой, вы воины, вы сыны мои, в путь далек идти вы собрались, путь ваш стелится по степи родной, мимо хат родных вы промчались. Вы сражайтесь храбро, воины, не жалейте сил, казаки своих, добрый конь ваш пусть не оступится, шашка острая не притупится. Ой ты, Дон, река, Дон наш батюшка, наш отец родной, ты кормилец наш, за слова твои ты прими поклон от сынов твоих. Вот такая, я считаю, что... Остав, ну, поскольку сегодня праздник, день Покрова, Святой Богородицы, так получилось, конечно, я человек городской, но вот, когда был студентом в стройотрядах, работал по казачьим местам, где-то какие-то впечатления складываются, потом вот воспоминания. Последний солнце луч на землю трепет наложится, вдали, где взмолвые застыли облака, и только ты взлетает и курится из-под копыт летящего любого скакуна. Уснула степь природностью заката, в листве прохлады ветер шелестит, а в темном небе празднично богатом, в уроге месяц золотом блестит. Заглянула мне в окошко золотая осень, поразвесила сережки золотистых блесен, листа сени, лист багряный на ветру и гриб, золотистым свете солнца, сказочно красиво. Отыграет густин красок напоследок лета, и в холодном гле туман растворится лето. Ну и последнее, если это хоть тут, я, если на православную тему как-то больше кажется. Ну, можно говорить. Если с неба упала звезда, ты не верь, что она закатилась, что навек она с нами простилась и погасла для нас навсегда. Необъятных просторов вселенной, о которых не можем узнать, будут звезды, упавшие с неба, невещественным светом сиять. Будет света для нас отражением той божественной силы любви, о которой мы знаем с рождения и в которую верить должны. Будет света для нас утешением и скорбях и в житейских трудах, когда наше земное стремление вдруг внезапно рассыпется в прах. Будет света для нас примирением с Богом, с миром, с самим собой. Только надо принять со смирением все, что в жизни стало судьбой. Ну, еще у нас есть пожерелье Татьяна Геннадьевна. Годовая казачка, родилась в Волгограде. В 1972 году окончила Волгоградское училище культуры. Дирижерское хоровое отделение. Но обыкновенная работа, обыкновенный человек. Просто занимаюсь любимым своим делом. Что касается стихов, я их сроду не писала, они как-то сами приходят, и что-то кто-то руководит, вот что ты пишешь. Ну вот послушав вот сейчас немножко о себе, да, я хотела бы сказать своим друзьям, вот такими какими-то вещами, ой, да, это я, вот я вся в этом, такая какая-то не собранная, скажем. Творческая. Мои друзья, в который раз я от души хочу признаться, какое счастье видеть вас и никогда не расставаться. Вот творческий человек, он начинает сразу плакать. Это я. Я знаю, мне свое плечо готов любой из вас подставить, со мною радость разделить и от невзгод меня избавить. Мои друзья, вы так добры,
внимательны ко мне, не строги. Желаю вам я всем любви и кланяться. Низко. Действительно, я очень люблю своих друзей, очень люблю тех, кто столько лет, годов рядом со мной несет этот крест в праздник, и в холод, и в жару, в стужу. Мы всегда с людьми, мы стараемся поддержать, создать настроение. Это наша, собственно, работа. Что касается казачьей темы, она, конечно, присутствует. Стихи, прям это у меня как физик не поворачивается. Но, тем не менее, что-то ж писала. Пыль дорожная клубится, пики блещут, кони ржут, убегает вдаль станица, казаки в поход идут. Сохраняя верность Дону, захвативший горсть земли, поклонившись пояс дому, уходили казаки. Уходили на закате, за курганом ждали ночь, чтоб с зарею расставание из груди сходило прочь. От Аляски до Парижа воевали казаки, все державу охраняли и границы стерегли, Дону славу умножая, не щадили живота. Русь державная, святая, без тебя нет казака. Сейчас. Стихи Дон знают все, аж по всей Европе. Знают, здесь казаки живут, с виду мирный народ, поверьте. Но врагу спуску не дадут, и в бою они все как черти. Нападал на святую Русь враг не раз, казаки не дремали. Не щадя живота своего прочь, врагов своих всех разгоняли. За святую землю свою пули вдоволь их угощали. Если пуль не хватало в бою, шашками ворога дорубали. Кто на Русь нашу посягал, помнит, как казаки их встречали. Ведь не зря веками народ о их храбрости песни слагали. Если вот тут мне как бы сердце, куда оно-то, не бьется, нет, скажут, что это... Она бессердечная такая вот. И пошла вот эта тема и написала песню. Она у меня записана, поэтому мы сейчас попробуем ее воспроизвести. Что из этого получилось? Такая обработка, конечно. Я лучше не сделаю. Вы знаете, я послушала всех выступающих и пришла к такому выводу, что мы где-то как-то все настолько похожи. Просто удивительно. С Татьяной Геннадьевной мы, оказывается, оба дирижеры-хоровики, потому что я изначально, у меня специальный дирижер хоровик, я закончила училище музыкальное. У Татьяны Михайловны Батуриной я училась, несколько стихов у нее напечатано в альманахе «Александр Невский», принимала участие в фестивале «Александр Невский». Но я совершенно не об этом. Я вот хотела бы молодым людям рассказать такую историю. Может быть, вам интересно будет, расскажете там кому-то. Что значит вера, понимаете? Что значит не отказываться от своей мечты? Я всю жизнь хотела высшее образование. Когда я закончила училище, наше училище, педагогическое музыкальное отделение, это дирижерско-хоровой факультет, у нас на тот момент в городе не было высшего музыкального образования. Я закончила это училище, благополучно вышла замуж, в другой город я учиться не поехала, в отличие от некоторых товарищей. Все благополучно, семья, дети, все, проходит 20 лет, я хочу высшее образование.
у меня появляется время. И я иду в педагогическое училище, я не захотела пойти, я пошла в институт культуры. Прихожу туда, вступительные экзамены. И на вступительных экзаменах у нас был профессор, по-моему, Леонов или Леонтьев, могу ошибиться. Леонтьев. И тогда был директором ДК имени Ленина, Царицынской оперы, Владимир Леонович Федерас. Вот они вдвоем. Приемная, значит, вступительный экзамен у меня. Я прихожу. А я на тот... Я стихи начала писать в 37 лет. Ни с того, ни с сего. Я уже, когда закончила училище, пошла работать воспитателем в детский сад и попрощалась с музыкой навсегда, потому что, ну, не востребована была тогда профессия. И я переучилась как бы на воспитателя и работала воспитателем. Вот. И вдруг, значит, с мужем мы попадаем на праздник воинской, на его праздник его воинской части. А я всегда думала, я там одна ненормальная, люблю патриотические песни старые, вот петь, да, «Широка страна моя родная» и так далее. И вдруг я попадаю на этот праздник, и я вижу, что все офицеры поют эти песни. Они не просто поют, они поют их от начала до конца. Все куплеты, к моему стыду, я до конца не знаю. И после этого я пишу, и после этого я вам скажу, как это происходит с авторами. Я элементарно мою посуду, дома стою на кухне, и у меня идут стихи и музыка сразу. Я не знаю, как кто, вот я с Татьяной Геннадьевной как бы согласна, это вот не сидишь и не думаешь, а что такое сочинить? Вот как я называю, чтобы с пальца там это высасывать, да, вот. Нет, если есть мысль, то она значит есть. Вот если рождаются стихи сразу с мелодией, то это сразу песня. Ее никуда не отделишь, ни музыка, ни слова. И вот после этого, ну что ж, я же, значит, как бы, вот такое произошло, написала песню, я дома всех мучила просто, я мучила, хотела за всеми послушать. Но дело опять не в этом. Я пошла в институт, опять-таки говорю, что на тот момент не было у нас, я пошла в институт культуры, приемный экзамен, я пришла, представилась, там рассказываю, они говорят, ну ладно, давай садись там, поиграй. Я эту песню первую, которую я написала, она патриотическая, она у меня до сих пор в репертуаре. Она посвящена офицерам. Всегда она как бы вот хорошо звучит, все с ней хорошо, она первая. Вот, я, значит, исполнила все, они говорят, ну, иди готовься, значит, к следующему экзамену, иди русский сдавай. А тогда русский ЕГЭ, в первые еще, так скажем, годы было ЕГЭ, естественно, я ЕГЭ не сдавала. Естественно, я его как-то написала, и мне не хватает одного балла, чтобы пройти. А вот не забывайте, я вам не зря сказала, что это уже 20 лет, и это мне уже где-то в районе 40 лет. Я поступаю в институт. Ну, мне не хватило одного балла, да? Все, на следующий год. Я прихожу на следующий... Было много сомнений. Я уже есть в училище, всем дипломы дают, и там такой вкладыш. Дяди уже нет, к сожалению, а только что я дала себе такой обет, что буду ездить до тех пор, пока как бы будут позволять все. Я там всегда, у меня есть свой маршрут в Петербурге. Я обязательно бываю в Александро-Невской лавре, у Иоанна Кронштадтского, у Ксении Петербургской. У меня есть свой маршрут такой православный. И вот... Принимая участие в Александро-Невском фестивале, я написала такое стихотворение. Молитва в Александро-Невской лавре. Я вновь вхожу в святую лавру, в обители русские времен. Кто пал на Чудском, кто за нами, всем хватит песенных знамен. Дивлюсь на древнюю святыню, на золотой ее поток, благоговея, и поныне ты с нами святости исток. О, Александре, русский княже, прошу, услышь мольбу мою. Не за себя молю и даже не за любимую семью, но за страну, за веру живу, что Русь хранила все века, духовную трудила жилу, недаром славою крепка. Пусть на земле твои соборы животворят колокола на все, на русские просторы. Чтоб только Родина жила. А вот, не знаю, кто из вас был или не был, мы ездили
в православную поездку в храм в Белогорский монастырь в Ольховку, да, летом с детьми. Вот после этой поездки я написала такие стихи. Вот одно называется «Окно памяти». Я смотрю, не отрываясь, то ли в окно, то ли на экран. Кадры жизни вдруг всплывают про людей из всяких стран. Знаю, вижу, как тянулись к нам и на Русь из века в век за богатством и за славой иноземный человек. Шар земной наполовину вижу я, моя земля, испокон веков и ныне это родина моя. Это мне в наследство предки подарили пол земли для меня, для ожиданной, как могли, так берегли. Берегли святые князи и апостолы Руси святу веру, как награду, выше славы не ищи. И досель в пещере белой, черной рясою сокрыт, пред иконами келеи службу тайную верши. Чтобы однажды всяк, очнувшись, из души изгнавший грех, мог сказать: «Я возвернулся, здравствуй, отче, я прозрех, для любви, для бесчисления, колыбелинки души». Тайны сердца прозревая, вдруг ответит он: «Верши». И мелькают в окнах кадров красоты земной простор, Мимограда и Услада, от Магеи до Вышних гор. Быть хочу причастной к миру, где божественна земля, где живет молитвой силы вся Россия, с ней и я. Если позволите, вот одно небольшое, вот монахам, которые, ну, посвящаются тем, которые там живут, потому что нас необычайно встречали, как я всегда говорю. Я вела там экскурсию, поэтому я вот детям как бы объясняла, что, вот понимаете, мы едем к ним, да, у них своя жизнь. Да, они нам рады, но мы вмешиваемся как бы вот в их устах, в их жизнь. Называется «Монах Господень Служка». Монахи, воины святые, непобедимые в сердцах, а мы простые, непростые, и всяк живет под хитреца. Куда бессмысленно шагаем мы сами, близкие, друзья, молитвы мы пренебрегаем, а по-другому жить нельзя. Как ты живешь, Господень Служка, молитвой тайной храним, отмолишь грех, и словно стружка слетает грех и слезы с ним. Глядишь духовными очами на суету и скорбь людей, молитвой в келье со свечами сердца их делаешь мудрей. Молись, монах, уединяясь, яви пример стоянья ты, за Русь святую, не сбиваясь, идет по Божьему пути. Колокольный звон, а тот, кто уничтожит нас мечтает, унижен будет, посрамлен. Нас на колени не поставим и присмыкаться не спешим. Свободу вымолим у Бога, вся власть Его и только им живет народ. И лишь Ему поклоны бьет, пред Ним и на колени Он встает. А милость Бога нам покров, защита от любых врагов. Я посвятила людям, пострадавшим на вокзале, потому что я многих там знала. Вот. И в тот день, когда прогремел взрыв, это было без пяти час, я отзванивалась оперативному дежурному, и прогремел взрыв. Вот именно ровно без пяти час. Снова в траур одет город наш Волгоград, снова слезы рекой, взрывы громко звучат. Стая злобных шакалов на пир собралась, кровь рекой течет, в этом кто виноват? Так свободно гуляют по нашей земле, на сегодняшний день мы как на войне. Смертник дернул кольцо, и осколки летят, а тела на земле бездыханно лежат. Зря надеется враг, с рук ему не сойдет, час наступит его, и тогда призовет.
дать ответ за то зло, что с людьми сотворил, неповинных людей просто взял и убил. Тихо плачет народ, утешения нет, помолитесь о тех, которых уж нет. А теперь хотим пригласить Сазакана. Такие стихи, они должны жить в вечности. Я тоже когда-то писал стихи. Замминистра культуры, как его, господи, помилуй, забыл. Я его написал в Большом Уче. Вот. И когда мы ехали на войну, первая платформа была груженная мешками с песком, там пулеметные точки. Вот. И я взял гармошку. Казачина, давай. Вот. И мы там плесака такого давали. И кто-то из офицеров сказал, говорит, ребята, говорит, а только славяне едут на смерть с песнями и с плясками. Давай, говорит, сделай с этой снег. Я ее не знал. Ну, сыпал снег буланому под ноги, там, что-то такое. Я говорю, ты напой, ты мне слова скажи, я сейчас сыграю. Я не знаю, я говорю, а я откуда знаю? Ну, короче, меня теребили. В общем, я написал свои слова. Песня, как бы она старая, она не моя, но слова уже мои. Поехали. Это мы ехали в Чечню, это был 2000 год. Не все вернулись домой. Что сделаешь? Война. Сыпал снег уланому под ноги, с моря дул холодный ветерок, позади за верстами дороги затерялся где-то хуторок, позади за верстами дороги затерялся где-то хуторок. Лихо мчится тройка почтовая, серебро бубенчик слезы льет. Где же ты теперь, моя родная? А тебе душа моя поет. Где же ты теперь, моя родная? А тебе душа моя поет. Скоро снова станет лес зеленый, зацветет в саду твоем лоза. Руки на погоны, и я увижу ясные глаза. Лягут руки на мои погоны, и я увижу ясные глаза. Ты меня прости, моя родная, если мне до встречи не дожить, может выпасть долюшка такая, за Россию голову сложить, может выпасть долюшка такая. Затерялся где-то хуторок, позади за верстами дороги.
персональную встречу. Я думаю, вы не против этого. И он познакомит, каждый завтра познакомится со своим творчеством в более полном масштабе. Мы будем рады такому, заснимем все это на видео, так сказать, и останется память о наших, так сказать, поэтах и песенниках. Поэтому большое вам спасибо.
Ну, а сейчас, я думаю, ведущим мы так поговорим. Зачем? Большие поклоны. Дорогие друзья, еще раз поздравляем вас с праздником «Покров Божьей Матери». Этот праздник был посвящен Покрову Божьей Матери. В этот день, на этом праздничном мероприятии, мы воспоминали тех, кто уже почил в данной нашей Благовещенской станице. Также прослушали произведения на тех, кто еще ныне здравствует, соединились с молодыми исполнителями. Конечно, в этот день, в замечательный день, в тот праздник, который был установлен и утвержден в нашем Отечестве самым первым, самым ранним, мы вот собрались под покровом Божьей Матери в уютной, хорошей обстановке под благословением святого праведного Иоанна Кронштадтского. И, соответственно, дай Бог, чтобы в дальнейшем мы также собирались. Покров Божьей Матери всегда нас покрывал, укрывал, защищал наши семьи от бед, напасти, которые в огромном количестве были направлены со стороны врага рода человеческого на каждого христианина, на каждую христианскую семью. И вот сегодняшний теплый вечер, дай Бог, чтобы был в каждой в нашей христианской православной семье. И, соответственно, чем чаще мы будем соединяться, собираться, тем, как говорится, нас больше будет. И, может быть, даже новые какие-нибудь произведения будут появляться. И с этими новыми произведениями мы будем знакомить наших людей, тех, которые еще не находятся в нашей станице, привлекать, прививать культуру русского народа. Ну и, соответственно, будем нести миссионерскую деятельность на ниве тех людей, как говорится, которые еще пока не просвещены. Мне, как руководителю молодежного отдела храма Иоанна Кронштадтского, было, конечно, приятно и очень радостно видеть в глазах молодых участников данного нашего сегодняшнего мероприятия заинтересованность, искреннюю заинтересованность и желание продолжать традицию наших отцов, дедов и традицию тех людей, чье творчество сегодня мы вспоминали. И, конечно же, я думаю, в дальнейшем мы услышим произведения не только от старшего поколения, но и от молодого. По тому количеству, которое сегодня собралось на данном празднике, хотелось бы, конечно, чтобы чаще это проводилось. И не то, что чаще, а как можно чаще, и воспоминались бы не только церковные праздники, но и также памятные даты, которые изобилуют наша история. И прививая и участвуя в данных мероприятиях, мы будем вспоминать погибших воинов, мы также будем вспоминать тех, кого уже нет, может быть, у кого-то есть свои семейные герои, они наверняка у всех есть. И чтобы память жила не только в наших сердцах, но и данная память об этих людях жила в сердцах и будущего подрастающего поколения. И, видя пример наших отцов и дедов, мы ориентировались бы на них в своей жизни. Конечно, такие вечера проводить нужно и как можно чаще. На мой взгляд, мероприятие прошло прекрасное. Мы и помянули, и порадовались празднику Пресвятой Богородицы, и помянули тех, кто ушел в мир иной, творческие люди, казаки станицы Благовещенской. И выступили те, кто жив сегодня, здравствует и творит во славу Христа, Матери Божией, и нас, казаков. Скажите. Конечно, естественно, радости. Люба, что сегодня молодая казачка Кристина Скупова, она была ведущей на нашем сегодня мероприятии, замечательно вела мероприятие. Елена Осетрова, мало того, что пришла сама и принимала участие как ведущая этого праздника, так еще привела своего сына. Конечно, это отрадно. Конечно, это Люба.
то, что молодые казаки интересуются вопросами веры, интересуются вопросами казачества, возрождения казачества, да, конечно, и в том числе стихи ушедших казаков в мир иной, в частности, атамана Медведева, Дудакова, Корнеева Артура Александровича и Пойманного Виктора. Это люди, которые ушли в мир иной, и их стихи, они живы и сейчас. Мы распечатки делаем, эти стихи молодежь читает, перечитывает. Мой сын написал на стихи Виктора Пойманного музыку и поет ее как песню, потому что слова, заключительные слова его стихов, они просто не могут не тронуть. Да, конечно, нужны. Непременно нужны. Тем более, что сегодня это только может быть первая ласточка. Мы даже сегодня еще не всех творческих людей нашей станицы вспомнили, не всех творческих людей стихи почитали. У нас вот есть казак Сергей Проскурнов. Он колясочник, пишет рассказы, стихи. 5 высших образований у человека. И, конечно, его творчество очень сильно. Проза у него просто очень сильная. И, конечно, непременно в следующий раз, когда мы планируем проводить мероприятие, уже посвященное конкретно какому-то одному человеку, творчество Сергея будет разобрано, и о нем будет больше, много сказано. Я считаю, что это необходимо, чтобы люди не замыкались сами в себе, а чтобы жили единой семьей в Христовом братстве и занимались творчеством.